Мы были в подвале, а доча не успела. Ее на пороге осколками. Пришлось похоронить ее на огороде под грушей. Приехали на вокзал. Я там как-то держался, а тут меня... прорвало. Я, конечно, ну как, будет не сдержаться. И это война братского народа. Это освобождение. От кого меня? Я русскоязычный. От кого меня освобождают? От кого? От моей дочери? От того, что я всю жизнь строил? От чего он меня освобождает? От чего он освобождает мое село, все остальные, Мариуполь?